Лекция на тему, получается, вычисление и задержание наркодилеров. Агент, находясь в маскировке, приезжает на центральный рынок, осматривает лавки. Как только агент обнаружил неизвестное вещество, он должен включить камеру и зафиксировать покупку неизвестного вещества, а также лицо продавца. Убрать неизвестное вещество в зип-пакет. Агент направляется в медцентр для экспертизы вещества и заключения от доктора. Агент после получения положительной информации собирает состав... группу задержания, состоящую из двух или трех агентов. Нужно иметь при себе обязательно тайзер. Выезд на место сбыта и задержание продавца. Объявите в федеральный розыск, зачитать права, не привлекать внимания. Приезд в полевой офис ФБР. Приезд в полевой офис ФБР, допрос дилера, установление его личности, а также составление досье и фиксация допроса. Арест в случае, если дилер отказывается от сотрудничества. Агент составляет кейс в архив бюро. Лекция окончена. Вопросы есть? Есть. Не задавал. Можно ли взять сотрудников полиции, а не агентов? Если что? Можно ли взять с собой сотрудников полиции, если агентов, допустим, нет или все заняты? Да, можно. Да, можно. Ну, больше вопросов нет.